Здравствуйте, друзья! С вами Айбек на канале Про Каракол. Сегодня очередной видеообзор трехкомнатного дома барачного типа по улице Шапокова, 32. Общая жилая площадь дома 58 квадратных метров. Дом кирпичный, ремонт был сделан 3 года назад. Пол деревянный, пластиковые окна, паровое отопление, зимой тепло. Вода в доме, есть Ariston. Установлен очистной фильтр для воды. Имеется два сарая, погреб, палисадник и прилегающий участок размером 13 на 5 метров. Давайте подытожим. Трехкомнатный дом барачного типа общей жилой площадью 58 квадратных метров. Дом находится по адресу Шапокова, 32, квартира 7, район Ривер-парка. Кирпичный дом, паровое отопление, пластиковые окна, деревянные полы, вода в доме. Имеются два сарая, погреб, палисадник и участок. Цена дома 12 тысяч долларов. Телефон оставлю в описании под видео. С вами был Айбек. До новых видеообзоров!